День государственных символов Республики Казахстан полицейские встретили праздничным построением. Перед строем торжественным маршем прошла знаменная группа с гербом и флагом Казахстана. Под звуки оркестра сотрудники полиции исполнили гимн Республики Казахстан. Исполняющий обязанности начальника областного департамента полиции Аскар Мухаметкалиев поздравил личный состав и ветеранов ведомства с праздником. Ваш самоотверженный труд – это прочная гарантия свободы нашего народа, суверенитета страны, спокойствия и уверенности всех казахстанцев. Достойное будущее нашей независимой страны требует от нас совместных усилий, созидательной и плодотворной работы. Казахстанский патриотизм – это надежный залог величия страны. С особой гордостью получили очередные офицерские звания 5 сотрудников полиции. Из них 3 стали майорами, 1 – полковником. Заместителю начальника отдела полиции района Макжана Жумабаева Жалгазбеку Мукашеву вручили погоны подполковника полиции. Курирую оперативную деятельность. В органах внутренних дел работаю с 2007 года. В честь празднования Дня государственных символов получил звание подполковник полиции. Получить звание в этот знаменательный день для меня большая честь. Это воодушевляет и мотивирует на дальнейшую службу. После завершения торжественного мероприятия сотрудники полиции разошлись по местам несения службы. Мария Самойленко при содействии пресс-службы областного департамента полиции.